Литераторы и художники, режиссеры кино и драматурги, композиторы и поэты посвящали свои произведения покорителям космоса, воспевая день космического масштаба. В зале «Дирижабль» прошел концерт, посвященный 60-летию первого полета человека в космос. В программе выступление муниципального концертного духового оркестра под управлением главного дирижера Марка Когана, трио «Селена» и талантливых школьников. Сегодняшнее мероприятие – очень важный шаг, важная веха во взаимодействии администрации городского округа Самара с национально-культурными центрами, с культурными организациями, такими как Самарский муниципальный концертный духовой оркестр, и в первую очередь с представителями нашего молодого поколения, с представителями учащихся разных школ нашего города. Задача сегодняшнего мероприятия в первую очередь объединить разные поколения. Наша задача показать ребятам, что наша малая родина, наш родной город является тем важным звеном в освоении космического пространства. Самара к этой дате, первому полету человека в космос, имеет прямое отношение. Многие космонавты летали на космических кораблях, которые конструировали, собирали и испытывали у нас. В зале прозвучали известные песни из кинофильмов «Москва», «Кассиопея», «Большое космическое путешествие», а также популярные в свое время «Заправлены в планшеты» космические карты. Подбирали музыку таким образом и программу таким образом, чтобы каким-то образом нарисовать портрет эпохи, если разрешите так сказать. Не знаю, насколько это удалось, но цель была. Помимо обычных зрителей, пригласили почетных гостей. Праздник посетил ветеран ЦСКБ «Прогресс» Михаил Федорович Шум. Концерт великолепен. И реакция народа, публики, была тоже очень эмоциональная и хорошая. Особенно увертюра, все это вспоминается, наша молодость, то, что мы делали. В рамках фестиваля пройдет городской дистанционный конкурс детского художественного творчества «Космос музыки». Свои работы представят дети в возрасте от 7 до 16 лет, занимающихся в городских художественных студиях, школах и школах искусств. Елена Чернявская, Василий Колдашов. События.